Коммунальные службы Каспийска активно готовятся к осенне-зимнему периоду 2024-2025. В образовательных учреждениях уже проводятся итоговые проверки по подготовке к УЗП, которые осуществляют представители управления ЖКХ муниципалитета. Осмотр систем состоялся и в детских садах номер 34 «Капитошка» и 35 «Планета детства». Внимание специалистов нацелено на сухость подвала, изолированность труб теплоснабжения и водоотведения, состояние чердака, кровли, бойлерной, котельной, электропроводки и щитовой системы. По итогам проверки данных дошкольных образовательных учреждений специалисты оценили подготовку положительно. Все требования и нормативы выполнены в соответствии со стандартами, и данные сады готовы к зиме.